Елена Жеванцева, Евген, у меня такой вопрос. Я покажу удостоверение и скажу. Так. Правозащитная организация «Парасат». Знаете, да? Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Там и профсоюз, все. Вот. Так, да. Я хочу записаться на прием к Акиму Абсатарову, связанное с обществом НУР, медико-педагогическое обслуживание детей-инвалидов. Вот, я могу записаться? Пожалуйста, мое удостоверение. Угу, вот. Ханэ? 800? Ага, напишите мне, да. Туда пройдешь сейчас?